Друзья, всем привет! С вами я, Чайковская Екатерина. И я вам расскажу про 7 полезных лайфхаков для Adobe Illustrator. Лайфхак номер 5. Монтажные области. Монтажные области – это листы вашего документа в Adobe Illustrator. Как правило, при создании нового документа создается одна монтажная область, которую вы видите выделенную белым листом. У вас всегда есть панель, называемая монтажные области, в которой есть название и есть возможность редактирования вашей монтажной области. Если нет, вы ее найдете в меню «Окно». И также здесь вы увидите монтажные области. Вы можете ее вызвать, и она у вас появится. Если стоит галочка, значит, она у вас активная. Поищите ее в правом ряду. Вы можете создавать необходимое количество монтажных областей. При этом задавать их размер. Например, мне нужен размер А4. Я вхожу и задаю размер А4. Говорю «Ок», выбираю ориентацию и получаю мою монтажную область. Инструмент по работе с монтажными областями находится в панели меню. Каждая монтажная область – это лист вашего документа. Вы можете выполнять экспорт с этих листов, либо сохранять в PDF. Для того, чтобы поменять последовательность, вам нужно перетащить одну монтажную область на другой. То есть вы получаете один лист, второй лист, третий лист, четвертый лист, столько, сколько у вас их нужно. Вы можете их пронумеровать, вы можете их назвать как-то, можете оставить их стандартными названиями.